Доброе утро всем. Примерно 3 года назад я также стоял на сцене и читал из свитка Торы, и это была моя бар-мицва. И вот после 3 лет я опять здесь. И вот сейчас мы находимся и приближаемся к такому празднику, который называется Лаг Баомер. И мы находимся в период времени, который называется Сфират Омер, когда считаем Омер. И это особенное время, когда мы должны проводить с Творцом и рассматривать нашу жизнь и наше духовное состояние. И вот сейчас мы как раз читаем вот эти недельные главы, про которые мы сказали, Тазрия и Мецура. И когда я начал читать их, я подумал, что я читаю такую книгу, где есть очень-очень много-много разных заповедей, как и что делать, целая энциклопедия для врачей. И это те заповеди, которые, в принципе, Бог заповедует нам исполнять. И в конце даже написано, если кто их не исполнит, он умрет. И когда я это читал, я в конце понял, что это то, что заповедует нам сам Бог. И Он не хочет как-то, чтобы нам было тяжелее в жизни, но наоборот, облегчить жизнь и прояснить какие-то вещи, чтобы нам было хорошо. И в Евангелии от Марка есть такие слова, где написано, что знаете, что Шаббат, он дан для человека, а не человек для Шаббата. И, в принципе, то, что говорится о проказу, проказы заражались, скажем так, или это была болезнь, или даже не болезнь, это было наказание от Бога, если человек грешил. И вот человек, на котором лежала эта болезнь, проказа, он считался нечистым до тех пор, пока он не мог очиститься. И такого человека, который считался нечистым, его изгоняли из стана, и он находился вне стана. И там он пребывал весь период своей жизни, пока не очищался. И на тот момент это можно было сказать, что это было таким образом, это было его наказание. И два главных смысла мы здесь видим, или два главных выражения во всех этих недельных главах, это нечистота и чистота, очищение. Давайте мы рассмотрим, что такое нечистота. И много разных ситуаций здесь мы читаем в недельной главе, каким образом человек становился нечистым, и следствие из этого он изгонялся из стана, отлучался. И может быть таким образом
это как-то, естественно, задевало того человека, которого отстраняли. Но с другой стороны, это помогало всему другому обществу оставаться чистыми. И есть очень похожие стихи, которые связываются с этим, написано в послании Иоанна. Там написано, что в Евангелии от Иоанна, лучше одному человеку умереть за народ, чем всему народу умереть. Поэтому было предпочтение, чтобы один страдал лучше, чем страдало бы все общество. То таким образом, Иешуа, наш Мессия, Он тот, который умер на кресте для многих, и евреев, и неевреев. И то, что здесь мы также читаем, что первосвященник, он считался человеком самым одаренным, самым чистым. Он как раз тот, который помогал нечистому. И каким образом это относится к нам, что если мы видим кого-то, кто каким-то образом страдает, или что-то с ним происходит, мы можем помочь такому человеку. Таким же образом, Иешуа, мы видим, Он всегда исцелял разных, от разных болезней, и людей, которые были слепые с рождения, и людей, которые были разные кожные заболевания, и много всего другого. И когда мы читаем про проказу, то были разные стадии проказы. И человек, который болел проказой все сильнее и сильнее, то в конце он просто мог умереть, и он, но он этого не чувствовал. И это то, что напоминает мне, что когда человек, он грешит все больше и больше, это вот граница, преграждение, оно стирается, и он просто сам себя ведет в ад. И поэтому мы должны задать себе вопрос, каким образом мы живем, по какой дороге мы идем, живем ли мы в мире с Богом или нет. И проказа как раз соответствует и связывается с тем, что когда мы злословим кого-то, когда мы несем разные сплетни, то таким образом мы становимся нечистыми. И таким образом мы получаем большое наказание, так как получал человек, который был больной проказой. Был один такой случай с Мирьям, кто помнит, сестра Моше. Мирьям, Аарон и Моше, они сидели все и разговаривали, и Мирьям, она говорила: Моше, зачем ты взял себе такую жену? И вот вдруг облако покрыло это место, и раздался голос и сказал: Мирьям и Аарон, выйдите, встаньте передо мной. И в тот момент Бог наказал Мирьям проказу. И есть другие стихи в Писании, где написано: из одного источника не может течь горькая и сладкая вода. Поэтому мы, как верующие, мы просто даже не имеем права позволять себе, чтобы из наших уст выходили и проклятия, и благословения. Мы не можем позволять себе, чтобы мы могли кого-то осуждать и ненавидеть.
בספר האיגרת אל העברים בפרק י"ג, פסוקים 11-14, מסופר על ישוע המשיח והקדוש, אשר, המשיח הקדוש, אשר הלך להצלב אל מחוץ לחומות העיר, אל הטומאה, על מנת שאנחנו נהיה מנוסלים. И как уже Леон тоже говорил, Иешуа, он как раз тот, который понес все наши нечистоты за нас. И благодаря ему мы очистились, поэтому мы должны ходить в чистоте, соблюдая наши сердца, наши уста, наши мысли в чистоте. ויצאת לחוקי התעלה, אינו, קהילה, אינו יוכל להיבשם ולהינצל. И поэтому, если ты не соблюдаешь себя в этой чистоте, ты можешь даже ходить в общину, ты можешь одеваться и выглядеть хорошо, но тебе это не поможет в жизни, ты не будешь спасен. אפילו לקרוא בכתובים ולחפש את אלוהים עם לב שהוא לא טוב, טהור, לא נוכל למצוא. С нечистым сердцем. Ты можешь даже читать Писание, и может быть даже возводить молитвы к Богу, но ты никогда не приблизишься к Нему. Поэтому, как написано, очищайте сердца ваши и руки ваши. И пусть Господь всех вас сохранит и благословит. Аминь.